Супруги из Красноярска на своем опыте доказали, что популярная примета «не справлять свадьбу в мае» не действует. Сегодня Крыловы отмечают полувековой юбилей совместной жизни. У них две дочери, 5 внуков и 1 правнучка. Сегодня с 50-летием супружеской жизни по видеосвязи их поздравил губернатор края Александр Ус. О юбилярах глава региона узнал от их дочери. Она написала письмо с просьбой поздравить родителей. Разговорами. Оставим их до личной встречи. Пожелать вам хочу. Мне очень бы хотелось к вам приехать, когда это будет возможно. Мы с вами встретимся, поговорим, что называется, по душам. Но в целом вот хочу сказать вам спасибо и за ваш жизненный путь, который, как принято говорить, и принято говорить правильно, является неким образцом для многих и прежде всего для тех, кто помоложе, для нашей молодежи.